В свой выходной кондуктор Анна Курицына пришла на работу сделать прививку против гриппа. Говорит, вакцинацию проходит каждый год, поэтому последние 10 лет ни разу не брала больничный. Все-таки это иммунитет же, как вырабатывается в организме, поэтому я считаю, что стоит. И чем больше у нас людей будет привиты, тем меньше будет заболеваемость. Если человек болеет, у него уже организм ослабленный, и он потом более, как говорится, восприимчив к этому коронавирусу. Поэтому все равно прививки нужно делать. После прививки всегда хорошо. Ни температуры, ничего у меня не бывает. Ежедневно транспорт трамвайно-троллейбусного управления перевозит более 200 тысяч пассажиров. Чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям, в Самаре за последнюю неделю около 1300 сотрудников транспортной сферы сделали прививку от гриппа прямо на базе своих предприятий. Прежде всего, это кондукторы и водители, которые чаще всего контактируют с пассажирами. Вакцинация нужна нашим сотрудникам. Первая причина – это их личное здоровье. Раз. Это личное здоровье их близких. И если говорить с точки зрения предприятия, такой аспект, у нас очень большое количество кондукторов, водителей, от которых зависит выпуск подвижного на линию. Если сделать прививку, да, они выходят, но они с ней болеют всего-навсего 3 дня. А если никаких мер не предпринимать, то больше там, 10, от 14. Поэтому на работу предприятия это тоже, конечно, отображается. У нас сейчас начинается осень, это традиционный сезон, когда увеличивается заболеваемость различными вот сезонными как раз инфекциями. И чтобы это все предотвратить, у нас на всех транспортных предприятиях запущена прививочная кампания. В этом году в связи с тем, что у нас год такой особенный, мы еще просто усилили работу в этом направлении, поэтому чуть-чуть пораньше начали и поактивнее всех своих сотрудников на это мероприятие агитируем. Профилактические меры реализуются комплексно. В Самарской области по-прежнему действует масочный режим в общественных местах, в том числе и в транспорте. Муниципальное предприятие трамвайно-троллейбусное управление для своих сотрудников закупило 15 тысяч многоразовых масок и около 20 тысяч одноразовых перчаток. Кондукторы и водители регулярно дезинфицируют руки и напоминают пассажирам о мерах безопасности. А тех, кто пренебрегает средствами защиты, просят либо надеть маску, либо немедленно покинуть салон. У меня нет маски, я сама не взяла. Должны соблюдать. Забыла. Ты должны вас попросить покинуть салон, чтобы не нарушать правила. В конфликтных ситуациях задействуется наряд полиции, а также применяется штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Ежедневно сотрудники предприятия, руководство профильного департамента и представители добровольной дружины проводят рейды в общественном транспорте и напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. Также регулярно проводится дезинфекция подвижного состава. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.